I would like to congratulate the players on the performance. I think that we had a pressure of if we lose, we finish the season practically. So answers to the players answered in the right way, and they showed character. And now we are equal. Now it's 3-3. I think it's very important that Nikola, first of all, showed the determination to play. Although all doctors don't, give him the prognosis to return, he returned because he really wants to help the team. And he helped us a lot with just his presence, and these 7 minutes he gave us stability. And I think in next game he can play even more and more. I just hope that his condition will just be better and better, and he will help us even more and more. Впечатление положительное, потому что сыграли с самого начала, ну, разве что не в идеальный баскетбол, который нам нужно было играть всю серию, но все-таки приблизительно. Все настоящего командой и защите, и в нападении, и, наверное, тяжело что-то добавить. Но, опять же, повторюсь, самое важное то, что с каким настроем мы сегодня вышли на игру. Это задало всю уверенность вообще всей скамейки, всей команде. У нас мотивация просто огромная была, то есть проигрывать там, 3-2 в серии, это, ну, все или ничего, по сути, игры сейчас идут, то есть вот это. Первая сейчас будет еще одна в Москве, вот, поэтому у нас нет других вариантов, кроме как держать концентрацию все время. Расслабляться нельзя. Алексей прекрасно, он находил пасом или после подбора, опять же, нам нужен был первый человек, который убегал, чтобы было больше пространства для того, чтобы выбежать из-под прессинга. Вот. И тем самым, можно сказать, что, мне кажется, 2-4, сколько-то раз забил сверху. То есть просто подсказывал по каким-то моментам, ничего кардинального, критичного. Самсон провел сегодня прекрасную встречу. Не знаю, они меня просто упустили. Я, если честно, сам не сразу осознал, а потом вижу, что как бы мяч уже летит, и все. Поймал, завершил. Там, может, какие-то, не знаю, первые секунды, да, ты какой-то мандраж, а потом все. Входишь в игру и. Моментально наказали, когда было какое-то у нас преимущество. То есть я не помню по ходу сезона, что мы столько, наверное, быстрых отрывов реализовали и быстро за какие-то оплошности или после подбора переходили центр линии и атаковали уже 2 на 1 или 1 на 1 с кольцом. Поэтому прекрасная игра, но не стоит расслабляться. Можно сказать, что сейчас 0-0 и игра за выход в финал. И мы прекрасно, опять же, научены горьким опытом, последним поражением от Лока. Поэтому будем готовиться.